Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 6 мая, и я решила снять видео о погоде в Алании. Многие из вас писали о том, что вас беспокоит, что в мае будет дождливая погода и так далее. В общем, смотрите, максимум, что вас ожидает, это дождик, который будет длиться минут 10, может быть 15, ну, либо ночью. Вас могут ожидать вот такие вот большие волны и пасмурная погода. Сильных гроз, дождей и какой-то непогоды, в которую вы не сможете выйти из дома, ничего такого не будет. Просто пасмурно. Ну и чуть-чуть прохладно, конечно же, не так жарко, как это бывает на солнце. Поэтому, друзья, не волнуйтесь. В такую погоду, конечно, купаться вы не сможете. Посмотрите, какие за мной волны. Но гулять, прогуливаться по городу, ходить на шопинг, посещать различные кафешки вы сможете. Сейчас вам покажу, что происходит у нас здесь на пляже. Мы опять в Обе. В общем, на пляже у нас никого нет, потому что сегодня целый день было пасмурно. Все зонты сложены. Достаточно сильные волны. К морю я не пойду. Ой, смотрите, какая собачка красивая. Лежаки расставлены, зонтиков нет. Кое-кто гуляет, но очень сильные волны. Поэтому многочисленных туристов сейчас вы не увидите. И сами вы видите, ой, какие волны огромные. Большие волны и очень мало солнца. В общем, пасмурно. Друзья, вот я сейчас уже прогуливаюсь по набережной, наверное, минут 10 иду. И очень комфортно, тепло, солнца нет, поэтому не жарко, в голову не печет. Очень здорово. Сейчас 5 часов вечера, и все дышит такой прохладой. В общем, здорово. Поэтому не бойтесь, если температура погоды вас разочаровывает, как вы видите. Но это временно, буквально 1-2 дня, и потом температура опять восстановится. Сейчас в Алании все очень зелено. Видите, какие цветы распускаются. Точнее, уже распустились. Все зеленое. Какая-то свалка у этой самой гостиницы. Мы пришли в одно из самых классных мест. На этой набережной здесь есть парк с фонтаном. Детская площадка, теннисная площадка. Сейчас я вам покажу. Здесь обычно даже проходят, кстати, турниры по настольному теннису. Еще здесь вот такая вот интересная система. Если вы кидаете сюда пустую бутылку, если вы сюда кидаете пустую бутылку или металлическую банку, то каждый раз, когда вы что-то кидаете, для собачек и для кошечек вниз попадает еда. То есть они смогут, бездомные собаки и кошки смогут не умрут с голода. Здесь один из пляжных баров. Небольшая детская площадка. Но давайте сейчас попробуем пройти на пляж, и я вам покажу, что же происходит на море. Потому что волны сегодня сумасшедшие. И, как я говорила раньше, это уже практически последние дожди, последняя непогода. Скоро погода восстановится. Вот, пожалуйста, пляжный бар полон. Чем можно заниматься в непогоду? Сидеть на пляжном баре, вдыхать запах моря и пить вкусный чай, кофе и просто отдыхать. Поэтому, друзья, посмотрите, какие огромные волны. И естественно, что сегодня никто не купается. Ну, а народ сидит на пляже и отдыхает. Сейчас дальше проведу вам небольшую экскурсию по этому парку. Здесь у нас все очень зелено, и, как я сказала, это один из самых красивых парков в Алании. Один из них также находится на пляже Клеопатра. Вот такие вот здесь есть интересные штуки, где дети могут полазить, поиграть. Здесь есть также, вот вы видите, граффити. Здесь зона для скейтбордистов. Если у вас дети занимаются, умеют кататься на скейтборде, для мини-велосипедов. Обычно здесь ребята катаются и занимаются. Прям представляете, на фоне моря можно также на роликах.
И здесь расположен очень красивый водопад, который ночью подсвечивается всеми цветами радуги. Это выглядит очень-очень красиво. Поэтому обязательно приходите сюда в вечернее время. Здесь также есть лавочки, качели так называемые. Видите, очень много народу на улице, и солнышко начинает выходить из-за горизонта. Цветы везде в Алании у нас сейчас цветы. И, как я говорила, здесь есть еще детская площадка, где детишки могут поиграть в песке, покататься на горках. Ну, в общем, классно, классно провести время. И где-то здесь были... Где-то здесь был настольный теннис. Вот еще одна площадка. Солнце вышло, друзья! Видите, сегодня, кстати, несмотря на пасмурную погоду, солнце выходило пару раз. Поэтому не думайте, что если написано в Алании дождь, то это очень плохо и страшно. Нет. Гроз, сильный гроз не будет. Здесь есть тоже детская площадка. А, вот столы с настольным теннисом, и можно позаниматься спортом. Очень популярное это место для свободного времяпрепровождения и игры в теннис. Есть, как я уже говорила, спортивная площадка. Есть еще одна детская площадка. Здесь также можно взять велики на прокат. И, как я вижу, да, можно взять велосипеды на прокат. Вот такое вот, друзья, классное место, вот такой вот классный парк. Не в центре Алании, а ближе к Обе. Поэтому обязательно приходите сюда с детьми. Здесь еще были большие шахматы. По-моему, вот эти велосипеды тоже все на прокат. А, кто спрашивал? Прокат велосипедов. 1 час 8 евро, 1 час 35 лир прокат электромопедов. Здесь есть также вот такой вот стенд, где висят портреты всех предыдущих мэров Алании. Вот смотрите, первым мэром Алании был Ахмед Асим Бей с 1901 по 1904 год. Очень интересно, был всего год мэром. А вот этот человек, Ахмед Талат Гюргюн, был мэром, представляете, целых 22 года. Очень интересная табличка, я даже не знала. И самым последним мэром Алании был Хасан Сипагиолу. Он был мэром 15 лет, а сейчас у нас мэр Адемурат Юджель. Он у нас мэр уже 4 года. Здесь есть вот такие вот кактусы. Очень много народу прогуливается на набережной. Какие-то такие интересные растения. Ну и, конечно же, кактусы. Куда без кактусов? Я уже приближаюсь к самому центру Алании, иду пешком до центра и покажу вам еще раз, что же творится на пляже. Очень классно в такую погоду, конечно, наблюдать за морем. И посмотрите на пляжах. Не знаю, были ли вот такие вот разные мусорки в прошлом году на пляже, обязательно напишите в комментариях, потому что я не знаю. Но в этом году я их заметила. Ну и, как вы видите, даже самые экстремалы загорают. Ну и, конечно же, местные, ну и туристы просто с детьми играют и сидят на песке. Друзья, наконец-то вышло солнце, и вы видите, распогаживается. И я чувствую, что уже становится достаточно жарко. Ну, а вот таким вот образом хранят лежаки в непогоду. Потому что, когда непогода, море подступает ближе к берегу. И приходится убирать лишние лежаки. В общем, смотрите, как все обстоит. Ну и, конечно же, не бойтесь ни в коем случае прогноза погоды. Потому что
непогода в Алании, дождь в Алании летом, начиная с мая месяца, это все очень переменчиво и длится он недолго. В общем, друзья, вот такая вот погода в Алании. Несмотря, как я уже говорила, на то, что здесь пасмурно, народ гуляет с детишками, занимается спортом. Пасмурно, но не дождливо. Море, конечно, сегодня бушует, и купаться в нем невозможно. Но это, естественно, временное явление. На следующий день, на завтра, я думаю, что уже ничего не будет. Если на следующий день опять будет пасмурно, то на следующий день опять будет солнце. И солнце то появляется, то пропадает. В общем, еще раз повторяюсь, не бойтесь пасмурной погоды. Если вы ее видите в прогнозе погоды, ничего страшного в этом нет. Посмотрите, какие здесь высокие, классные пальмы. Невероятно вкусно пахнет вот этими цветами, землей после дождя, ну и, конечно же, морем. Интересно, у нас получится. Сейчас спустимся вниз и пройдем вот на этот пирс. Очень люблю гулять в такую погоду около моря. Ну, во-первых, не жарко. А во-вторых, очень красиво. Море необычное. Необычные цвета в это время воды. Вот такая вот красота открывается на крепость Алания, на Красную башню. Смотрите, какое дерево классное. Прям в центре, прям около магазина. Кто знает, пишите, что это за дерево. И с него падают вот такие вот красивые лепестки. Смотрится просто невероятно. Вот такая вот классная прогулка. Всем привет, дорогие друзья. Всем пока, Иван, пока. Привет. Всем пока-пока. Вот такая вот у нас классная прогулка, точнее, у меня получилась по пляжу с рассказом о погоде в Алании. Айхан приехал меня забрать, и сейчас мы очень едем домой. Холодно. Холодно, Айхан, не надо говорить неправду. Мотобай. Мотет нормаль. Всем всего хорошего, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. В общем, добро пожаловать в Аланию, всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.